Приветствую вас в мире сада. И о качестве яблок мы решили поговорить с нашими партнерами, производителями. Кто знает о качественных яблоках, все, я вас приглашаю, пожалуйста, проходите. Я с большой радостью представляю вам э, наших спикеров, наших партнеров, генерального директора Alma Production Дмитрия Бабкова. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день директора направления разработки и внедрения новых технологий агроном САД Ирина Шелипина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. И менеджера по развитию фунгицидов для специальных культур Сингенты Юлия Шиманская. Юлия, здравствуй. Да, добрый день. Рада вас видеть. Спасибо, что принимаете участие. Спасибо, Ирина, Дмитрий, за участие. У нас сегодня уникальная возможность поговорить с лидерами садоводства страны, поговорить о качестве, как им удается достигать таких внушительных результатов. Посмотрите, какие качественные яблоки, они еще очень-очень вкусные. И мне хочется задать вопрос, Дмитрий, скажите, пожалуйста, что для вас вообще качество яблок и какие инструменты вы используете для достижения вот таких результатов? Ну, для нас качество это, наверное, такая, ну не то что философия, но это основная цель работы нашего предприятия. Это, конечно, с одной стороны выручка, ну, это дополнительные деньги для предприятия, но для нас это еще и часть нашего имиджа, часть имиджа компании, за счет которого мы э можем достигать очень хороших результатов в работе с нашими партнерами, с нашими сетями. Потому что мы компания, у которой всего, ну, можно сказать, много, но у нас нет большого вала, и мы, собственно, не стремимся за такими большими объемами любой ценой. Поэтому мы работаем скорее с качеством. Это значит, что мы каждое яблоко выращенное хотим вырастить его хорошим и продать, соответственно, в лучшие каналы, чтобы иметь возможность ну, получить лучшую цену за это. Третье уже для нас, качество ⁇ это мерило успеха нашей команды, потому что наши все агрономы э, очень за, заточены на э, этот, э, этот показатель, и для них это ну, вот такого рода соревнование, потому что каждый год мы растем в качестве, и каждый год это что-то, ну, такое достижение, к они очень стремятся, к которым они стремятся. Ну и четвертый, наверное, это просто наш ключевой показатель, тот, от чего работает вся команда, то есть, начиная с моего результата, меня как руководителя, и заканчивая там, агрокомандой, производством, у всех этот показатель есть в, в KPI. -ах. Так что все, все сверху донизу направлено на качество. Да, спасибо, Дмитрий. Ирина, ну, я думаю, у вас тоже очень целенаправленное да, развитие и производство на получение качественного яблока. Что для вас, для вашего хозяйства, качество и какие инструменты вы приоритизируете, чтобы достигать такого качества? Я с удовольствием отмечаю, Дмитрий Васильевич начал именно с этого, что это философия. За последние годы отрасль садоводства значительно изменилась. И если раньше выделяли какие-то отдельные параметры качества, внешний товарный вид, органолептику, умение его хранить долго, донести в лучшем виде и так далее, то сейчас мы говорим действительно о некой философии. И поэтому для агроном-сад, как для лидера отрасли, производство яблок – это прежде всего история любви к природе и к совершенству совершенному вкусу яблок, и поэтому для нас а, крайне важно умение донести мастерство, искусство, донести то яблоко в его лучшем виде, в сохранении его лучших качеств до потребителя. А, для нас это ключевая задача, ключевая миссия, и а, под понятием качества действительно лежит целый спектр характеристик, который позволяет а, сельхозпроизводителю, садоводу сделать это. А что касается инструментов, да, был еще второй вопрос. В нашем портфеле более 62 сортов. Это крайне сложно иметь такой набор инструментов, потому что компании более 90 лет, и поэтому мы большей частью работаем с исторически отечественными сортами. Динамичное развитие компании с 2014 года сейчас позволяет иметь в портфеле компании клубные, эксклюзивные сорта. И как раз-таки только обладая современным набором инструментов для обеспечения и воспроизводимости результата. А, в этом лежит как раз таки основа достижения качества. А если более конкретно отвечать на этот вопрос, в нашей компании запатентована система прослеживаемости яблок, которая позволяет отследить путь яблока от его а, посадки, закладки в саду до конечного потребителя. А, масса методик инструментов, которые мы используем для того, чтобы определить правильный срок а, съемной зрелости, для того, чтобы его правильно хранить, проверять минеральный анализ яблока и так далее, и так далее. То есть это большая, сложная работа для того, чтобы обеспечить качественный продукт и, опять-таки, повторюсь, донести нашим потребителям яблоко в его лучшем, созданном природой виде. Да, Ирин, спасибо. Интересное такое цифровое прослеживание, да, даже яблоко под контролем в наше время. Мне хотелось бы... Знаете, о чем еще спросить вас интересным? Каждый сезон, каждый год, он совершенно разный. Природные условия нам подкидывают всегда какие-то сюрпризы. Ирина, чем запомнился этот сезон? Какими яркими моментами? Вот чем вы гордитесь в этом году? Несмотря на все сложности, которые возникли перед а, садоводами в этом сезоне, мы можем говорить о политических, экономических каких-то факторов, природных, безусловно, потому что и в этом году, в этом сезоне природа не была настолько к нам благосклонна, даже в нашем регионе это был а, длительный период дождей. Поэтому вопреки, а не благодаря, а, мы производим на, на наши яблоки. Но если мы говорим о ярком событии, здесь мне хотелось бы отметить а, создание нашей уникальной площадки а, нового уникального отраслевого мероприятия «Центр агроинноваций», который мы создали совместно с партнерами, совместно с компанией «Сингента», «Плависервис», «Федеральным научным центром» имени Мичурина. Мы а, создали новую уникальную площадку, которой чрезвычайно гордимся, потому что, несмотря на а, наличие выставок, и мы с большим удовольствием ежегодно посещаем ЮКАГРО про яблоко, есть международные выставки, есть масса публичных мероприятий, но на наш взгляд нет ни одной площадки, где садоводы могут делиться уже практическими применениями для получения этого системного качественного результата. Поэтому для нас Центр Агроинновации – это та уникальная площадка, мероприятие, где мы а, делимся уже отработанными практиками, отработанными решениями, высокотехнологичными, и где мы совместно можем создавать то правильное профессиональное мнение, позволяющее всем компаниям качественно развиваться. Вот для да. нас центр агроинновации — это яркое событие этого года. Да, действительно, это было яркое событие. Мы гордимся участием в этом проекте. Мы дальше будем развивать и сообщать вам, как мы работаем с этим центром. Нам действительно хотелось бы, чтобы это мероприятие было ярким не только по своему открытию и началу, но стало действительно ежегодным, посещаемым и востребованным для всех садоводов. Да, Ирина, спасибо. Дмитрий Васильевич, ну, я уверена, у вас тоже есть какие-то яркие моменты в этом сезоне. И какие вот какие события или каким, может быть, деятельностью вы гордитесь в этом году? Что бы вы хотели отметить? Ну, у нас чуть-чуть попроще. И, может быть, благодаря в том числе и погодным факторам, которые были более благосклонны в нашей зоне, у нас в этом году рекордный урожай. То есть мы, соответственно, собрали вот эти 20 тысяч тонн, которые Впервые в истории компании мы это сделали. Вот нам 15 лет в этом году и 20 тысяч тонн мы собрали. Немножечко, к сожалению, неожиданно для себя, чуть ли не в последний момент, там, с большими сложностями, с контейнерами, с, с, хранением, со всеми делами. Но вот именно команда была организована так, что ну, мы нашли способ это все собрать, не потерять ни килограмма. Рекордный, соответственно, урожай как по ну, такому уже нашему традиционному саду 56 тонн с, с гектара получился и молодой сад третий год 32 тонны с гектара то есть это очень очень хороший, хороший результат это действительно как ирина сказала очень год был такой суетной и очень неблагосклонный не особенно вот с учетом проблем которые весной начались там со средствами защиты в том числе но мы вот тоже успели и смогли все это сделать. И одним из таких достижений, то, чем мы действительно очень гордимся, то, что у нас процент болезни в саду, то есть он сейчас у нас прямо на исторически минимальном уровне, и тут можно и сказать, и благодаря и вашему участию, конечно, ну вот 0,25% в этом году у нас вот ситуация по болезни. С 0,9 мы упали до 0,25, так скажем. Это просто уникальное достижение, и такого никогда не было, правильно, Дмитрий Васильевич? Согласен, да, такого действительно не было. И вы несколько раз упомянули, что э, ваша команда нацелена на получение высокого результата, качественного яблока. И сейчас вы тоже отметили, что это результат работы всей команды. А поделитесь, пожалуйста, секретом, как вы развиваете команду, вот что вы понимаете команда, как вы работаете над этим. Да, я не думаю, что здесь прям такой какой-то секрет. Мы просто относимся к людям как к достаточным, самодостаточным и очень грамотным специалистам, которым мы даем возможность для самореализации. То есть, наверное, вот здесь вот мои коллеги, которые сидят в зале, улыбаются, наверное, я не, не совру, когда скажу, что человек ценен как таковой, особенно если это специалист, и, соответственно, как только идет какое-то обсуждение и новые предложения, это всегда рассматривается, это всегда принято, ну, здравые вещи, конечно, принимаются. Плюс мы вкладываем очень много усилий в развитие, опять же, благодаря нашим партнерам, с которыми мы работаем. То есть они посещают семинары, они посещают все мероприятия, которые организовываются. Мы очень много работаем с наукой, проводим опыты на своей территории. У нас еще есть партнерские отношения с французской компанией «Лимдор». Это кооператив по выращиванию «Голдена». И некоторая часть из наших агрономов, допустим, она до вот этих всех событий, которые там до ковида, до, до всего ездили туда, перенимали какие-то новые технологии. Сейчас мы уже удаленно с ними общаемся. Поэтому, ну, здесь есть, то есть мы создаем в компании поле для развития людей. Ну и они, соответственно, развиваясь, приносят нам прибыли и себе, собственно. Самоуважение и саморазвитие. Да, спасибо, Дмитрий Васильевич. Ирина, я знакома с вашим хозяйством, много раз была, и я вижу, какая у вас команда, насколько налажено взаимодействие, скоординированность в хозяйстве. А как вы работаете вот над, над развитием команды, как вы вкладываете, что вы вкладываете в это, в это дело? Производство в любой отрасли настолько сложная задача, и поэтому действительно без сплоченной, слаженной командной работы, взаимодействия между коллег, успешный, эффективный результат невозможен. И в этой части я абсолютно согласна с Дмитрием Васильевичем. Особых секретов нет, но люди как раз-таки и развитие наших сотрудников является ключевой задачей. Развитие состоит в том, что мы посещаем и взаимодействуем очень активно со всеми нашими партнерами, которые делятся своим опытом, своими инструментами, методиками. У нас очень активно развито взаимодействие с научно-образовательными центрами, со Осколково, с МГУ. В нашем регионе мы активно взаимодействуем с Федеральным научным центром имени Мичурина. А, несмотря на удаленность, мы понимаем, что нам очень полезен и важен опыт, экспертное мнение южных компаний, южных лабораторий, в частности МИП «Агроинновация» -Агро позволяет нам собрать тот набор аналитики по химическому, по минеральному а, анализу я public. Поэтому вот в такой слаженной, эффективной командной работе а, с партнерами, с научно-образовательными центрами, и да, то мы тоже взаимодействуем с нашими европейскими партнерами, потому что история садоводства-то, она насчитывает столько лет, и начиная, если мы договорим, уйдем немножко корнями еще в Советский Союз, мы были исторически лидерами по производству яблок, груш, нам есть чем гордиться, и правильно сохранять те традиции, которые уже есть, те технологии, просто дополняя, наверное, каким новыми европейскими сортами, поскольку они более маркетингово успешные, их знают покупатели. Ну, это рынок, это жизнь, новые реалии. Вот учитывая как раз таки все все эти факторы, а, в, в, в активном взаимодействии с нашими партнерами мы активно развиваем нашу команду. Чем еще хотелось бы поделиться? Мы же понимаем, что все равно в какой отрасли мы находимся, и каждый может про себя, про, про свою команду отметить зачастую после университета нет готовых специалистов. Да? И это большая сложность для любой компании, для любого проекта найти специализированные кадры. И мы понимаем, что те агрономы, молодые специалисты, которые заканчивают университеты, они все равно приходят с базой теоретических навыков. Это еще не практические данные. Но мы активно привлекаем молодых специалистов, и мы для себя разработали, понимая, что нет готового продукта, вместе с Мичуринским аграрным университетом мы разработали уникальную программу обучения для текущих сотрудников, для вновь прибывших, потому что вот она как раз-таки нацелена на решение конкретных задач в нашей компании. Поэтому в образовании и развитие команды вот, вот, наверное, те ключевые э, секреты для успешного развития. Да, это я добавлю, что у нас подобная же программа есть. Единственное, что э, мы все-таки компания чуть поменьше, поэтому мы не можем похвастаться, что у нас есть целые программы. Но институт наставничества, адаптации людей, это тоже выстроено в компании, и вот э, у нас э, на практике там по три агронома где-то бывает, э, ну, и после этого вот сейчас у нас год э, уже человек работает, он еще учится, но вот он уже э, работает у нас на контракте помощником агронома. Сейчас мы его уже переводим в настоящий агронома, то есть ну, растим самостоятельно, потому что альтернативы, к сожалению, нет. Я думаю, это все все сталкиваются с этими проблемами. Да, спасибо, коллеги. Это очень ценно, когда мы растим кадры и ценим специалистов этих. Правда, мы стараемся удержать их у себя, вырастив, вырастив научив, правильно. Ирин, как раз вы сказали о том, что мы говорим о развитии, да, о внедрении каких-то технологий. Какой у вас в хозяйстве подход к внедрению этих технологий? Я знаю, вы сотрудничаете со многими компаниями, испытываете средства защиты, технику какую-то новую. Какие шаги вы предпринимаете, чтобы внедрить новинки и какой опыт у вас в этом? Компания Агроном Сад находится в особой климатической зоне. Мы понимаем, что у нас есть те особенности, природные особенности, которые обуславливают несколько иной путь развития сада, нежели на юге, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии. Поэтому мы понимаем, что без вложений в, в исследовательскую научную работу развитие невозможно. Но мы это делаем осмысленно, понимая, что на выходе мы получаем проверенный качественный результат. В нашей компании есть специально отведенная пилотная зона R&D. Мы испытываем сорта подвойной комбинации. На текущий момент у нас уже более 80 SKU, которая насчитывает как сорта подвойной комбинации яблони, так и груши, черешни, вишни. И по результатам отработки сорта подвойных комбинаций, технологий, передовых современных технологий, техники, препаратов, новых передовых решений, мы получаем готовый проверенный результат, который которые мы уже внедряем в промышленном саду, поэтому для нас это действительно объективно очень важная работа, которая приносит за собой результативность и по настоящему экономический результат. Да, Ирин, спасибо большое, Дмитрий Васильевич. Я тоже знаю, что у вас развито сотрудничество с разными компаниями, Вы, у вас есть опытные площадки, у вас работают ученые и со средствами защиты растений, и с разными элементами тоже технологий. Какой у вас подход? Как, насколько вы быстро внедряете у себя новые элементы? Ну, здесь нельзя сказать, что быстро и так громко называть, наверное, то площадкой RD мы у себя это не, не можем. У нас такой есть небольшое гетто, где не заходит техника никогда, и там живет все то, что живет, вот должно жить в саду соответственно, и рядом э, отводятся участки э, тестовые для испытывания э, вот тех перспективных препаратов, которые нам предоставляют, э, как свои разработки, э, серьезные проверенные поставщики, потому что мы с, очень сильно заточены на совместную работу и любим ее, э, но, наверное, только в тех случаях, когда это действительно совместная работа, потому что нам нужно, чтобы мы с своей стороны очень активно э, ну, вовлечены в, в, в эту работу на этих участках, но э, нам нужно, чтобы и про Производитель, постоянно отслеживал, что происходит с его, да, с его препаратом, ну, да? во-первых, заинтересован. Да, во-вторых, нам нужна грамотный, грамотная обратная связь, потому что да, что-то да? случается, mm -hmm. дальше начинается вопрос: а кто что сделал, почему там произошло так, или, или не так, и без вот этой вот связи с двух сторон не будет правильного решения. Мы уже с этим сталкивались, мы уже проходили по некоторым препаратам. Поэтому те компании, которые серьезно и ответственно, это в том числе. И компании Сингент и некоторые другие конкуренты. Мы очень, ну, очень довольны вот этим сотрудничеством и именно то, что про прошло вот эту апробацию на наших собственных участках, оно внедряется. Ошибок как правило не бывает, потому что вот такая такая работа, она позволяет многие ошибки свести на нет еще в ходе, в ходе этих тестов. А вот в связи с этим хочется задать вопрос. У, компании, у нас появилась новинка, новый фунгицид Миравис на основе технологии Адипидин. И вы первое хозяйство в России, которое применили этот фунгицид на всей площади. Каковы были ваши ожидания и достигли ли вы цели? Каков результат? Поделитесь, пожалуйста. С удовольствием. Ожидания действительно были большие, потому что мы узнали об этом препарате еще во время ознакомительного семинара в Беларуси. То есть этот препарат был там зарегистрирован уже, им работали и совершенно шикарные отзывы были. Мы с нетерпением ждали, когда же появится у нас. Но в результате вот как только в по защите узнали, что он будет, то мы, конечно, с большой радостью начали его пробовать. Вся та же история произошла и потом мы его применили и очень рады этому, потому что достаточно низкие показатели по Порше. это вот ну наверное ну во да, 0, 25 благодаря это да, да, да говорит да. о чем-то да. да да спасибо большое Ирин, а вы Миравис тоже применяли на опытном участке в этом сезоне? Как ваше мнение, каковы результаты? Все верно. Препарат Миравис был применен в промышленном масштабе на отдельном участке, и действие препарата полностью подтвердило высокие ожидания, которые изначально к нему были предъявлены. Это новая молекула, которая появляется раз в 15-20 лет, поэтому это достойный результат. Мы с большим удовольствием положительно отнеслись к проведению промышленного теста и действительно результат оправдал полностью все высокие ожидания, которые были изначально к нему заявлены и более того уже в этом сезоне поскольку Alma Production применяла уже изначально сразу на всей площади мы только в промышленном а, тесте его использовали но сейчас в сезоне 23 -го года этот препарат включен в общую систему защиты сада для того чтобы обеспечить вот этот гарантированный надежный результат от болезней да, спасибо большое за ваши отзывы. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество плотное и изучение новых технологий. Это абсолютно заслужено, поэтому да, мы рады препарат, делиться. Поэтому, да, мы с большим удовольствием это делаем. Спасибо большое, коллеги, за очень интересный разговор. Он, правда, получился интересным, потому что мы поговорили, да, как в целом о качестве яблок, так и о том, как у вас интересно устроено производство, да. Я я думаю, что всем будет интересно. У меня остался последний вопрос. Вернее, даже пожелания. Ваши пожелания коллегам-садоводам на следующий сезон, Дмитрий, можно с вас начать? Наверное, основное пожелание, вернее, это даже два. Самое главное – это все время быть открытым для чего-то нового. Вот мы по себе это прошли, этот опыт имеем. Последние три года, наверное, мы активно повернули в сторону вот инноваций. Нужно не бояться, нужно пытаться подойти с какими-то более интересными, там, новыми, хитрыми подходами. И вторая, вторая вещь, которую, наверное, тоже я хотел пожелать всем, это хорошо, если вы еще не умеете, то, пожалуйста, учитесь хорошо считать. Потому что сейчас себестоимость э, производства – это то, что выходит вот абсолютно на первый план с давлением, на, с ростом цен постоянным, с, с требованием усиливающимся по качеству. Маржиналь снижается. Если мы, э, как садоводы аграрии, не умеем хорошо считать свою собственную себестоимость и находить способы для повышения рентабельности, то очень быстро сейчас можно в красную зону вылететь. Вот. вот у меня такое пожелание. Спасибо, замечательно. Ирина? Дмитрий Васильевич так здорово сказал. Перед нами стоят на сложные глобальные задачи, и поэтому мы со своей стороны тоже призываем объединяться, быть открытыми, делиться своим опытом. Это настолько важно, а, и только в нашем общем сплочении мы способны совершить тот новый качественный а, скачок в, разги, в развитии а, с отрасли садоводства. Поэтому давайте объединяться, давайте быть открытыми, давайте делиться. Ну и, конечно же, всем высоких урожаев. В наше такое стремительное время, согласитесь, мы просто летим вперед. И я хочу пожелать всем не бояться быть смелыми, пробовать новые элементы, пробовать технологии, контролировать и достигать тех результатов и целей, которые вы перед собой ставите.